Друзья, я думаю, ни для кого не секрет, что старинные вещи стоят очень дорого. Заработать деньги на продаже антиквариата, старинных монет, можно с помощью аукциона Виолити. Здесь можно посмотреть цены, оценить свой товар, открыть торги и зарабатывать на этом деньги. Все ссылки на аукцион Виолити и канал YouTube будут в описании под роликом. Всем привет! Сегодня хочу показать монету 10 динар 2008 года Андора. Монета из серии Extreme и посвящена мотофристайлу. Конечно, вид спорта очень экстремальный. Лично я никогда бы не рискнул, хоть я и люблю кататься на горных лыжах, тоже довольно экстремальный вид спорта, но все же. Итак, давайте перейдем к монете. Номинал монеты 10 динар, год выпуска 2008, материал монеты серебро 925 пробы, на монету нанесена цветная эмаль и вес ее составляет 28,28 граммов. Диаметр монеты 38,61 миллиметра, тираж 5000 штук, это достаточно маленький тираж, и средняя стоимость монеты на данный момент от 1800 рублей до 2500 рублей, в зависимости от состояния монеты и у кого вы ее приобретаете. На этом я хочу закончить свой обзор. Кому понравилось, оцените, пожалуйста, лайком. Кому не понравилось, дизлайком. Кто не подписан на канал, подписаться. Все. Спасибо за внимание. Всем пока.